Так, магазин этот очень большой, друзья. Здесь в одном магазине все есть. Кухня, мебель, постель, обувь, одежда. Но он такой как бы брендовый, то он намного дороже от магазина, допустим, Костка. Такая кастрюлечка чугунная, маленькая, красивая. Вот набор кастрюль $500. Ту маленькую не вижу что-то. Так. Хочу я зайти на одежду. Такие для соли. Ну, это уже нужно брать наборчиком. Вот белое для соли, да. Для растительного масла. Вот такие белые есть. Такая одна, вот $20. А для соли $25. Да, одна штучка. А здесь, чтобы такие ложки большие ставить, $38. Что, никакого купона нет? Хочу зайти на одежду, а почему-то сюда поворачивает тележка. Ну, вы поняли все. Это же наше любимое дело. Так, чашки какие-то там. Вот кофеварки только в магазинах, только вот такие есть. Вот. О, даже... А, это стаканчики, наверное, нужно. Такая, чтобы с молочком делала, то такие нужно покупать на интернет. Чашки простые. И в каждом магазине вот есть такой отдел. Смотрите, это клиренс, здесь скидки. Например, эта чашечка, о, это с двойным дном, она стоила $36 одна. Ого, сейчас $11. Чугунные малявки, сковородочки, $10. Елочка такая. Это $10 уже со скидкой. Ой. Противни. Все такое. Чашки вот такие, миски. Они хорошенькие для теста что-то делать. Кастрюли. $41, а были 80. А нет, это вот это что-то здесь у нас. $41. Вот такая печка, как у меня. То, что я делаю. Мясо запекаю, все такое крылышко. То она была 89, сейчас 41. Это может быть кто-то вернул. Может быть, даже на интернет заказывали. Но за $40 можно взять недорого. Но у меня есть. А эти кастрюльки были $260, а на скидке $100. То я скажу, тоже нормально. Так, что у нас здесь? Было $79, сейчас 30. Кастрюлька, две лопатки, ложки, подставочка силиконовая. И все. Хочу посмотреть. Так, это здесь посуда. Они уже перенесли сюда. Стаканы. Лишь бы ничего не перевернуть, не разбить. Красивые такие. Сейчас скажу цену, если найду. Не видно. Такой красивый. $260, представляете? Да?
Вот такая только посуда. Нету таких сервизов, как я смотрю, там есть в Турции такие классные наборы, прям такие сервизы. То вот у нас таких нету. Ну, на интернет они, я думаю, есть, но там и цены на них такие, что будут. Тарелочка у нас $58. Только вот такие наборы есть, допустим, вот. Раньше как-то больше было, сейчас все это все наборы с посуды, с тарелок, я имею в виду. А здесь уже кастрюли у меня есть. Людей тоже немножко нету. Всегда пишут, а где же люди? Так, здесь постельное. Нам не надо, мы идем вперед. Вот покрывала катоновые. Здесь они очень дорогие. Но хорошенькие. Сейчас я вам скажу цену. $360 вот такое покрывало. И вот почему, друзья, я все беру в Костко. Потому что вы видите, какая разница есть в цене. Так, хочу и на обувь зайти. Sorry. И на платье хочу посмотреть. Это всякие такие ночные пеньюары красивые. Классный атлас такой. $70 вот такой халатик. Ну, бывают тоже на скидках, но нужно, как говорится, нужно ходить, наблюдать. Вот там я вижу 50% уже на скидке. И там есть, вот висят уже тоже атласные, 50% скидка. Сумочки уже на скидке. Michael Kors. Здесь они брендовые, хорошие. Сейчас я расскажу, какие хорошие. Так, нужно найти обязательно цену и посмотреть. Я здесь себе купила, помните, на Рождество тоже брендовую сумочку классную. Что-то не вижу цены я на эту сумочку. То она у меня уже потерлась, хотя она постоянно у меня в машине. Ну, вот нужно здесь смотреть внутри даже. Да, была, друзья, она 400, сейчас она 155. Вот эта сумка Michael Kors, вот такая, $155. То я думаю, что это тоже так, потому что они, только цвет другой. Я люблю вот такие цепочки золотые. Тоже Michael Kors, фирменная. Тоже 155 это. Calvin Klein, мягенькая такая. 62, была 150, сейчас 62. Такая сумочка. Вот это штучки такие, чтобы никто не украл. Продавец их снимает. Вот похожую я купила такую, только поменьше, маленькую. И ее несколько раз ее, друзья. И она у меня вот здесь уже потерлась. Не знаю почему. Я же там кирпичи не ношу в ней. Но у меня 118, было 200. Сейчас 118 такая. Ну, красивая. Я люблю такие. И маленькие. Я все люблю. Все люблю. И маленькие, и большие. 118 такая. Вот такие сумки. Ну, 118 это скидка. Такая в цветочке 112. Рюкзачок. Calvin Klein 112 тоже.
И вот уже малявки такие. Малюсенькие, молодежненькие. $82. Вот такие, какие малявки. Эта малявочка стоит $54, а была она 138. Вот такая Calvin Klein, маленькая сумочка для Марики, для Мироси. Такие есть. Это побольше уже, это было 150, сейчас 88. Есть кошелечки Гаманси. Такой кошелечек у нас $77. Этот маленький 37, а был 100. $100, друзья, был. Представляете? Такая малявка красивая. Есть такой вот себе. И мне эта сумочка красивая Michael Kors. Была 300. Сейчас она 61% скидки, то она стоит $115. Тоже такая молодежненькая. На кнопочках. Вот. Два отдела там. И что нравится, вот это нравится. Позолота такая красивая. $28. Просто такая. Да, вот такие сумочки. Ну и все равно можно даже купить вот брендовую классную сумку по скидке. В этом магазине они не подделки, а ну, настоящие. Кто любит такие моду там всякую, знаете, гоняется, то это как раз сюда. Так, 24 вот такие тапочки были, 60. Такие. Сейчас $25 они. Это Гес фирма. Цена 35, а были 60. Я просто хочу здесь посмотреть туфельки. Туфельки. Есть на платформе по 37 босоножки. Ой, какие классные каблучок. Интересный такой. 89. Эти красивые. Черные есть. Ну, если бы немножечко выше каблучок, а то такой малюсенький. О, в одной девушке в это воскресенье я видела вот такие туфельки. Я еще ей сказала комплимент, что очень красивые, понравились, да, вот она здесь купила $100, они 100, да, и были 100, это они не на скидке, классные, такую красоту тоже люблю, вот не нравится мне, что пятка открыта, может быть, оно и красиво, но как-то, ну, на любителя, люблю, чтобы было лучше закрыто. Так, вот у нас туфельки здесь. 69. Что-то они некрасивые для меня. Такие 69. Да, вот все туфли, как, вот, какие с каблучком. Ой, с длинным носиком. Ножки 55 прозрачные. И вот еще каблучок. Какой интересный. $89. А сейчас 62, потому что скидка. И еще вот покажу. Очень удобно. Садишься, меряешь сразу. Вот и носочки есть, чтобы хорошо было мерять. Мусорник сразу убирай после себя, да? Это что, Michael Kors туфли.
Вот эти красивые. $115. Да. Такие темно-синие они. Красивенькие эти. И здесь какие-то там босоножки. Майкл Корс, красивый каблучок. $68. Такие шлепки. А здесь вот то, это скидка. 5-й маленький размер. Так, 7-8. Посмотрим, что в 8-м есть. $30. Вот такие. $30. Майкл Крус тапочки. $8.50. Это он так есть или крутится? А это есть так? Такой каблучок. А ну, да. Тоже красивые. Были они 89, сейчас $40. Вот такие же, как те туфли, только мокасинчики или кроссовки. Вот эти красивые, но если бы были там черные или как, это очень такие для невесты, мне кажется. О, есть и черные такие. $40. Вот, друзья, я померила вот этот каблучок. 8.5, но что-то пятка свисает, не знаю. И вот так делаю. И... Не знаю, может быть, будет нога потеть. Там. Ну, обычно 8 для меня, а это 8.5, и то нету. Вот как. Смотрите, какие я нашла. Ну, эти 10-е, и видите, большие они вот там у меня. Вот так. Такие красивые, даже если уже пятка открыта. Но, ну, большие нету, 8-х. 8.5, если бы. И каблучок такой удобный. Будут шлепать на меня. Я поленилась. Обула 2. Ну, видите, как сзади видно. Вот хочу показать, что они большие. Такие. Это уже я на одежде. Юбка, блузка. Платье классное. Calvin Klein фирма. $139. Такое коротенькое на. Так, ничего я не выбрала. Не с платьев. Не с обуви. Зайду еще в один магазин. А, это тоже это стретч. Такое $69. Только что на манекен было оно. Одето это платье. В основном брюки,
шорты, майки, бриджи, джинсы и все такое. Я уже забыла, так, я там была. Еще, о, зайду на мужской отдел, посмотрю. Там немножко. И спортивный вот Тами. Наш Тамечка петушок тоже так зовут. Людей совсем нету вот. Почему и закрываются магазины? Шорты по 45 долларов, но 65% скидки, то будут дешевле, конечно. Так, это мужской. Рубашки. Вот куртки даже зимние еще есть. А что это они? Не распродали их. Жакетик белый. Сейчас скажу цену. 139 долларов. Такой жакет. Ничего не купила, не нашла. Мне подошло Victoria Secret. Зайду еще в один магазин, где обувь. Я там уже была, снимала, вам показывала. Хочу туфли там посмотреть. Вот, людей совсем нету у нас в магазинах. Сейчас жарко, то все на озере, все отдыхают, кто на работе. Вот здесь был хороший магазин H&M, его закрыли. Вот здесь был магазин Gap, его тоже закрыли. Так что много очень закрыто магазинов. Такие туфельки красивые, но были 50, сейчас 25. Это я уже в другом магазине, но 9 размер, очень большие, я померила. Так что красные такие, 20 долларов они. Да. Ну, если б черные. Или как, не знаю. Помните, я купила, друзья, вот такие же себе, точь-в-точь, за 7 долларов. В том магазине, где я его назвала «Потерянные посылки». Я купила за 7, а смотрите, они были 64, а сейчас 50 долларов. Вот этот каблучок мне нравится. Вот такой. $38 такие. Эти 37. 37 тоже. Такие красивые с цепочкой. Они 31 доллар, наверное. Да. А, такие 19. Тоже красивенькие. Пятка закрыта.
Ну, размер 8, 11, 8,5. Можно померить. Померила вот я эти 31 они, но вот очень эта ткань такая мягкая, ну эти уже лучше, эти здесь 5 вершиток, а эти не годятся. Как так, друзья, третий магазин по счету за час или за полтора. Зашла еще в Таргет, тоже хорошенький такой. Нужно купить стиральный порошок для стирки. Кто-то как-то смеялся с меня, что я так говорю. Ну, мы так говорили, не знаю, как правильно. Ой. Все такая декорация красивая, только где ее ставить-то? $10. Такой цветочек. Искусственный. Так, что люблю еще здесь посмотреть, это постель, покрывало, вот такое покрывало на маленькую кровать твин, $15, но оно очень, но это не 15, 50, то наволочки по 15, 59, 49, смотря какой размер. Где там тебе будет покрывало за 15 в это время? Это все постель. $25, в которой я была $50, сейчас 25. Здесь тоже посуды как бы такой нет. Нарядная, чтобы сервиз купить. Только такие обычные. Да, это так за стиральным иду. А повертается тележка в другую сторону. Ну, уже иду сюда. Ух, велосипед $250. $59. Женский такой. Здесь игрушки уже. Только вспомнила, в Таргет тоже классные, можно туфли купить. Вот посмотрела на этот туфли, а здесь оказывается вот. Но тоже есть хорошие. И тележка повернула в эту сторону. Ну что ж, я же должна пройтись. Ох, сколько есть. Понравится, не понравится, но посмотреть можно и нужно. Что-то нет каблучков таких, как я хочу. Вот это платформа. А тяжелая. $17. Это на день. Обуть их и неделю нужно будет отходить, потому что ноги будут болеть, тяжелые носить. $18 было, 37, сейчас 19. Тоже тяжелые. Еще нужно обувь выбирать, чтобы была легенькая. Там, здесь все для малявок маленьких. Вот 20% скидки. Здесь уже 30% скидки на детской обуви. Такие $20 маленькие туфельки. Резиновые чоботы. Вот. Только дождя нет. Ну, еще сюда поверну.
Ну, здесь все то же самое. Вы знаете, я постоянно в Костко закупляюсь, и одежду покупаю, и постоянно на скидки получается. И как-то все в доме есть у всех. И обувь, и одежда. Вот это мое тоже. Вот красота. Люблю такие. Люблю, нравится из-за того, что блестит. Но если бы другой стиль какой-то. И вот туфли нашла. Туфельки, ну, 8,5, посмотрим. Вот так себе. Я взяла те, которые там в том магазине мерила, то те и взяла. Что? Ну, эти тоже нравятся, цвет такой нежный. Ну, каблук нормальный тоже. 32 такие. Но для детей, мне кажется, больше всего одежды. Это просто, просто, просто. Столько уже, по 14 костюмчики всякие. Мир памперсов. Вот. Беру вот такой, $12. Если берешь две, то $5 гифт-карт. И есть Тайд. Я очень люблю Тайд, по $21. Тоже если берешь две, то $5, ну, бонусы, как бы, карточка. Но вы знаете, когда-то раньше он очень, ну, одежда так имела такой прекрасный запах, если этим Тайдом стирать. Но сейчас нет. Я не знаю, почему оно так поменялось. Но, ну, для меня нет. То я уже вот этот. Одна разница, что Тайд, ну, конечно, не одна. Тайд 21, а этот по 12. То оно выходит дешевле. А, можно сказать, толк один. То я возьму вот эти две. И будет $5 скидка. Вот так. Вот еще по 15. Буду ехать уже домой. Огурцы нужно закрывать. Это штаны, я думала, юбка. Вот уже 30-70% скидки на одежду. Такие шорты, комбинезон такой, $21. Это уже, да, уже курточки, ветровки, вот такие плащики привезли еще лето, уже привозят на осень. $10 цепочки, сережки. Все, друзья, уже я дома. И вот какие туфли. Туфли, босоножки, как назвать, купила. За... Ой, снимаю. $40 они. Такие. Всем спасибо, друзья, за просмотр. И всем пока-пока.